Я обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, которые сейчас находятся на территории Украины. Представляться и говорить, в каком подразделении проходил службу, не буду, по понятным на то причинам. Скажу лишь одно. К вам обращается русский офицер. 24 февраля, как и все вы, я и моя рота зашли на территорию независимой Украины, выполняя преступный приказ диктатора Путина. Я понял, что мы пришли сюда явно не с благими намерениями, и что нас с вами здесь никто не ждал с цветами и как освободителей, а напротив, нас проклинали и называли фашистами. Товарищи военные, выполняя приказ диктатора Путина, вы совершили ужаснейшую ошибку, и большинство из вас это знает. 27 февраля с помощью сотрудников СБУ я и моя рота перешли на сторону Украины с целью действительно защитить народ от фашистов. У нас еще есть возможность прекратить бесчинство на территории Украины. Нам, настоящим русским воинам. Высшее военное руководство Украины разрешило создать подразделение числа перешедших на сторону Украины. Мы уже выполняем задачи вместе с нашими братьями-белорусами и украинцами. Братья, я призываю вас очнуться. Вступайте в наши ряды и присоединяйтесь к легиону «Свобода России». Только вместе мы сможем спасти Россию от унижения и разрухи. Только вместе мы спасем наш народ.